Марик, ползи выход, к выходу, ползи, убежишь. А, да, кстати, может быть. Ползи прямо, прямо ползи. Прямо, я, прямо, я прямо. Понимаю. Да куда ты влево уполз? В смысле там же? Направо, прямо ползи. Диман выбежал? Нет, прямо ползи. А, Диман, Диман, ты сорвался? Как ты встал? О, хорош. У меня сердцебиение. За тобой, Диман. Я бегу. Тихо. Батя тащит. Всем привет, дорогие подписчики, зрители, гости канала. С вами Дим Федоров, и сегодня мы играем в игрушку Dead by Daylight. Играя с Бериком, походу с ним зареспался, а также с Жекой Миксом. Поздравляйтесь. Всем привет, друзья. Здорово. Я зареспался рядом с этим донным, походу, блин. Диман, я буду держаться около тебя, потому что я хз что делал. О, генер. Давай чиним. Чиним генер просто. Короче, друзья, сегодня я получу, видимо, перк 3-го уровня, саботаж. Это будет очень хорошо. Диман, смотри, что происходит за мной, я то, что за тобой. А у меня кошка, я увижу в 36 метрах радиуса. Я тоже увижу чуть-чуть. У меня кошка. Блин, дайте мне кошку. Кошка. У меня кошка есть? Кошка, кошка! Окошко. Окошко, он с бензопилой, маньяк. Ну хана вам, пацаны, короче. А кошка, она просто светить начинается, да? Да, она светиться начинается. Он идет к нам. Да он жопа, я так понимаю. О, ну я ждал донный. Этого чувака он зарубил. Он сразу донного рубит, потому что друзья не хотели с ним играть. Ну ладно уж. Так а о чем, мы его спасаем, нет? Нет смысла. Не-не-не, он дисконнектился. Да капец, че он слился-то? Да он вышел. Наоборот, просто. Надо, чтобы его повесили, и у нас... Я же говорю, он донный, с ним нихер он был идти просто. Он маньяк на месте стоит. Я чиню геник, я сейчас починю геник один. Маньяк на месте стоит, пацаны. Он ждет, слушает. Если он на месте стоит 6 вот, секунд... Вот он около дома, он около дома. Иду к тому генеру, которому мы с тобой, Диман, чинили. Окей. Где? Осторожно играем. А, ты его починил только что? Нет. Я починил. А, да? Это вообще другой генер. О, я бокс нашел. Серчо. Я поломал крюк один. Так, хорошо. А сколько ты по времени ломал? Он около меня. Очень долго. Я слышу. А почему у меня сердце бьется, а кошка не светится? Ох, да у меня кошка вообще очень поздно начинает светиться. Я фонарик взял. Просто нет, так может уровень, не прокачать радиус. Ну это понятно, но знаешь, у меня уже сердце херачит, только потом оно начинает светиться. Ну да, а выгнано тогда как у Димана. Ой, ё-мо. Тихо. А, он за мной. Он около меня. Тихо. Я, короче, возле дома. Я чиню геник еще один. Я тоже чиню. Берик, с тебя два геника. За мной идет какие-то два геника. Просто идет за мной. Лол, я его обманул. Нет, хорош, хорош, убегай. А я вижу вас, как вы бегаете. У меня есть фонарь, мне ему в лицо светить. Лол, у меня... Мне ему как не ему чисто в лицо светить, да? Да, но надо там несколько секунд, блядь. У меня полный фонарик. Ой, я не успел посветить, я только начинаю доставать. Он тебя поднимает? Да, поднял. Кто-то чинит генератор, а кто-то около меня. Диман около меня. А, выгл. Дочиню и помогу. Куда он несет тебя? Я не знаю. Дочиню и помогу, Диман. Ты не видишь меня, Диман? Ладно, починим генер, он, кстати, он на тебя не отвлекся. Вигл, давай скорее, блин, я по виглу успел. Да, Диман, в правильную сторону бежишь, аккуратно. Я вижу так, тебя. Он ушел. Стой, я сейчас тоже помогу. Снимешь, Диман? Убегаем, да, туда. Хорош. Почини меня, Диман. Бегайте в мою сторону, где я только что геник починил. Тихо, все равно. Он тут! Убегай! Сука. Серега, я не знаю, он рядом со мной пробежал, а теперь он бежит за мной! Убегай, Жека, ты на нас бежишь. Микс, ты видишь Берика? Да. А, да? На сердце бьется. Микс на него выбежал сейчас. Я знаю, я прыгнул. Блять, нихуя себе он дотягивается. Блин, вы двое камляете. А вот то, что я сначала бежу... Пацаны, вот то, что я лежу и типа помощь Микс, тебе... Микс, спасай Берика. Берика спасай, я мансую. Я не могу. Я около тебя. Я пошел Берика спасай. Мансуй, Диман, как можешь. А, все, пиздец мне. Ты уже лежишь? Он, да, он у меня лежит, он меня подымет, получается, и повесит. Сейчас мы тебя спасем. Нет, он возле меня бегает. Жека, а вот то, что я лежу и сам себя, типа, помогаю. Это ты потом к тебе подойдут и просто немного дочинят тебя. Отлично. Я тебя сейчас вылечу, потом вылечишь меня, потом спасать этого. Только не рубани меня, понял? Я постараюсь. Он потом к вам вернется, идите в другое место, пока есть время.
Убежим или тебя продолжается? Нормально, нормально. А он рядом со мной, пацаны, можете пока давай. Что? Мы вылечились уже полностью, сейчас придем к тебе. Берик, опять, ты мансуешь просто, помнишь, на дуру просто бежишь, чтобы он тебя рубил? На дуру не надо, он и так побежит за тобою. А, понял. Пошли. Ой, я даже, нифига. Он, друзья, он катает возле моих сосен, которые тут стоят, и возле крюка, и он, кстати, к вам бежит, он прям Берик, на вас иди. Бежит, он на вас бежит. Первый отвлекаешь, и я спасаю Димана. Он возле меня сейчас. На Димана прям беги, в дуру на Димана беги, как он только за тобой начинает только бежать. Только не надо меня спасать, если он тебя ударит, потому есть, что меня убьет сразу. Я могу посветить попытаться. Берик, иди, ты где, Берик? Я около Димана, мне фонарик посветить. Он посветит. На меня. Спасай Димана, спасай, он за мной бежит. А, нет, он ушел. Уходи. Ай. Диман, беги. Диман. Микс, я убегаю. В какую сторону убегаешь? В другую сторону, где он вижу. Тебя нашел? Он за тобой да почему? Бежит. Он меня рубанул. А, он я вот почему я ему светил Микс, в лицо где, фонариком, Микс? И он. Чего ты где, Диман? Надо встретиться, видишь гору? Да, я на горе. Где на крюк на горе, да? Да, все, да. Меня во, Диман. Повесили. Что сейчас будем спасем. Делать? Спасем он внизу повесил или где? Блин, Space. Он тебе. Где он тебя повесил? Сверху. Там, где Диман висел, он меня там повесил. Он идет к вам, в вашу сторону. Он тут, Микс. Посрать. Он около меня. Пробил ему, я уже пробил ему, прикинь. Держись, я мало хп. Держись. Тихо. Диман, ты где? Мансуй. Я мансую. Диман. Микс, он вернулся. Убегай. Он, сука, он за мной побежал, а потом вернулся. Тупой. Я лежу. Парень. Диман, выживай один. Микс, как можно дольше тяни. Окей. Он меня повесил, давай, выживай. Пытаюсь. А ты же корёшь. Буду долго висеть, как могу. А вой, я вижу, у тебя эта кошка, она горит. Чини, он около меня стоит, чини. Я вижу. А если, кстати, бы этот маньяк присмотрелся, он бы увидел этого Димана. Как можно дольше, Микс, мне нужно время. О, у меня сейчас почему-то на русском языке. Я еще быстро времени, давай. Пытаться сбежать. А почему он сейчас был около тебя и не горел? А, нет, нормально. Жека, почему когда этот сейчас маньяк был около тебя? Да не знаю, потому что кошка говно левела. А, да. Сиди, Жек, за этим. Не понял. Где он? Он где-то ушел от меня, у меня сердце не бьется. Диман, кошка забилась аккуратно, Диман. Присядь. Да, ты видел, да? Ты его видел, Диман? Нет. У меня сердце не бьется, кстати. Диман. Вон он наверху был. Фух, ты сбежал. Хорош. Да ладно! Он тебя не заметил два раза, может быть. О, Господи. Тихо. Диман, тебе надо было меня спасать. Его около меня нет. А, ну, уже не успеешь. Наверное. Успеет. Давай. А, нет, все, есть. Он около меня сердце бьется. Не знаю, чуть-чуть бьется. Диман, я люк давай. Нашел. Микс, вздыхай. Окей, вздыхаю. Сдох. И что, типа люк открывается, когда один да. остается? Ёб твою налево. Я так рад, ребят. Ты сбежал? Ну если он сейчас ко мне не прилетит, я да. Сейчас патруль его возле люка. Патруль его около люка. А он как, может схватить, кстати, когда я буду прыгать. Интересно, как в люк прыгать, я ни разу не видел. Сейчас посмотрим. Диман, он на... открылся. Сейчас и Диман. Ничего. Диман, на левую кнопку мыши просто нажать и вщик. А, да? Ну, Диман, нажми, а то еще. Зачем? Ну, да я жду его. Че, ты можешь патрулить? Я не знаю. Да давай, убегай, что? Ну ладно, хер с ним, будем затягивать, короче, друзья. Вот такая вот наскадочка первая получилась. 7000 опыта, я не знаю, что я получил по опыту здесь. Хотя бы одну капельку. Хотя бы одну капельку, да. 16600 получается, друзья. Тихо. Одна есть, все отлично, друзья. У меня 19 ранг. Повысились чуть-чуть. Идем сюда. Просто идем сейчас прокачку. Нажимаем снаряжение сюда. Затем открываем саботаж третьего левела. Просто жесть, друзья. Сейчас будет реальная невероятная жесть. Мы продолжаем на следующей локации. Ну что же, друзья, продолжаем. Катка говно, на самом деле. Локация точнее. Мы сейчас все вместе. А, дом. Я в дом. Ой, я в дом. Сразу в дом. Гоу сразу чини. В доме да, починим да. сразу. Да вот тут есть геник. Так. Так. А в доме есть в этом геник, да? Да. Кто тут? Кто со мной чинит? Никто, да, из вас? Я чиню с каким-то подсказкой. Пингует. Да, бывает. Чуть-чуть есть. Так.
А мы, кстати, с вами были, пацаны, на этой локации. Я чиню... Ой, я чиню генера, короче, на доме. Если будет инфа про... маньяка, говорите. Это не колокольчики вроде. Один вопрос, нахера и зачем? Я под тобой сейчас крюк ломаю, и он сейчас туда придет. Я... Он к нам пойдет, мы починили генник. Он около меня. Он около дома. Он в дом пошел, нет? Не знаю, у меня сердце просто около дома бьется. У меня тоже. Он в доме, походу. Я сломал крюк, уваливаю, Серег, никак не помогу. Так, я его видел, он около меня, я в доме. Смотри, это капец. Фу, ёпта, я сбежал туда. Я вижу его. Он внизу. Да, я убегаю, я стараюсь убежать. Он за мной, ну блин, это все это. Нулевые шансы, он меня пырнул уже. Тихо, я все эти поломал, может в доме. Только с другой стороны дом обходит. Он идет наверх. Я его обманул, я спрятался за ящиком. Хорош, сваливай. Кто там бежит? Почините меня. Он ко мне. Я на кого-то бегу. Жек, да, ты походу. Я. Давай. Фу, я просто за ящик спрятался. На доме починенный? Он в доме, Берег. В доме я нет понял. Его, это я в доме бегу. А, ты в доме? Он в доме за не домом. Починит. Он за домом. Фух. Я на доме починю. Хорош. Пошли, Берег, вот туда за мной, там есть клиник. А сколько примерно крюк ломается? Так, я смотрю, что там сзади. Ну, секунд 7-10 где-то. О, генер один починен. Давай, Жек, нам надо с тобой. Тихо. Можно до дома пытаться его починить, но я там мало починил, нет. Смысла. Я починю его. Давай. Мы здесь сейчас починим. А, Жек, он знаешь, вам как пошел. Круто? Я нашел, кстати, лайфхак. Берег, мы его не починили. Берег! В смысле? Починили. Тихо. А, ну да. Что за лайфхак? Ух, блядь, капкан. А он закрытый. Можете закрывать его. Он тут. Я его слышу. Он к тебе, Диман, скорее всего, уйдет. Да. Вот, Берег, еще один гений. Давай. Пацаны, сейчас... Ёпта, как я его обманул, лошара полнейшая! Он, короче, наверх... Он что, повелся? Он вышел из дома сейчас. Ёпта. Я, короче, стою, чиню такой, думаю, ну ладно, починю сейчас, короче. Чиню. Сердце. Смотрю, на выходе. Так, это... Так. Давай чини с нами, Диман. Он в доме, вон, вокруг дома бегает, я вижу. Диман, последний генератор. Он идет сюда. Он близко, ну и что страшного? Он тут. Я отвлекаю его, постараюсь. Диман. Он а что вы так рано сказали? В смысле рано? Я тебе сказал, что он здесь назад. Точнее, поздно, нормально все. Я чиню дальше его. Чини, Микс. Он там. А кого он? На вапер тебя рубанул? Да. Сейчас приду. Он за тобой? Да, он за Диманом бегает. Диман, я могу, если что, посветить ему в рожу. Не, он не беги за мной. Назад, Диман, он беги не назад мной, на генник, который мы починили. Я выход около нас открываю, пацаны. Где он? Где-то я в доме, близко. Микс, в доме, можешь зайти? Да, вот сейчас я зайду, посвечу и отвлеку. Ты в доме? Я в доме, его нету рядом, я в доме, тихо. Я тоже в доме, Диман. Наверху? А, вот. Стой. Чини. Я половину себя починил. Он около меня, он около второго выхода, пацаны. Ок. А где выходы-то? Стой, я тебя же не вылечил. Вылечил. Почему ты... А, все. Я вылечил. Нормально все, спасибо. Тихо. Серега, ты там что? Стараюсь убирать. Выходы где? Не сливайся. Я его обманул. Пошли, Диман, там выход. Там, да. Ну, там есть. Ты где? А, вот, побежали. Он в свой капкан попал. Он меня пизданул. Я около выхода. Ты в капкан попался. Кстати, можно пофармить очков, то мы нихера не нафармили. Вон, Микс, вон он. Я пошел по свечу, и Берика... Берик, он за тобой бежит? Да. Все, он тебя взял, да? Да. Вы нифига, вы тут трое, аккуратно. Он сейчас в логово тебя понесет, я его слеплю. Я что, я на подстраховке? Я его слеплю. Я его ослепил, он тебя должен скинуть. Ты ему в лицо должен светить, да? Он разворачивается, аккуратно. Фонарик не вечный. О, я сбросился. Тебя скинул, да? Ай, а я лежачий. Я в траву... Диман, лечи его, он за мной бежит. Маньяк за мной бежит, Диман, лечи Берик. Микс, ты где? Берик, ты где? Я около выхода. Там, где мы были. Он вернулся. Он где? Я и там, где выход, он я меня взял. Сука, он меня поймал. Давай. Я Берика вылечу.
Он меня понесет, скорее всего, в логово. А нет, у меня здесь повесит, около свиней. Сейчас. Так. Блин, а что так долго? А. Второе лечение около свиней повесил. Спасем. Около свиней повесил. Серег, побежали. Сразу сейчас. Же. Ага. Стоит около меня, поставит сейчас капкан. Поставил капкан прямо подо Серег, мной. Серег, беги, я сейчас открою по-бырому. Да. Он куда убегает, Жак? Ну, он стоит около меня. Убегает Серег. К вам убегает. В вашу сторону идет. Я прячу за камень. Серег, он ко мне. Я за... Стой, Серег. Серега. Иду, иду, я кто там около, около крадется, да? Крадется, кто? Беги, снимай, фастом, бегите, снимайте. Ну, кто? Я мансую бегите, с ним. Он за мной, Берик, он за снимай. Мной. Он за мной. Берик, убегай, убегай, Диман снимет. Убегай, Берик, уводи его. Диман, фастом, Диман. Сейчас, миксы на выход сразу, я выход открыл. Капкан, Диман. Я его обманул, он в вашу сторону идет. Да что за херня? Я не могу снять. Почему? Да я только этот открывается, ссаный. Блин, короче, я-то стою уже, сколько он тут идет? Бля, доставай, Микс, ну прости, быстрее, у меня мало хп. Быстрее, Берик, Диман мансует. Он убрал капкан. Спасибо, ребят. Блядь, я ж подошел, он, я уже захватился. Сука, во-первых, какого хера, когда я пытался тебя... Какого хера ты капкан открывал? Ты видел? Он капкан открывал. Все это время капкан открывал. Какого хера я не хотел капкан открывать? Походу это ловушка. Да, там закрытый есть. Он закрытый был, и я могу открывать, да. Но получается, я хотел тебя снять, а не капкан открыть. Какого хера? Короче, тут Диман зараковал. Я ничего не зараковал. Диман живой еще там? Да. Я тоже живой. А, он за мной бежит, он за мной, пацаны, бежит. Я пофармлю чуть-чуть опыта. Ай! Он около меня, пацаны. Серега, ты где? Я вокруг камня бегаю от него. Вокруг какого камня? Два выхода открыты. Да я понимаю, но я не убегу, я уже подорван. Ты где именно? Микс, ты его видишь? Ай, все, а, вижу. Блядь. Ну вон, я не знаю, около дома. Сейчас я его ослепить попытаюсь. Ну я первый раз, по сути, буду повешен. Я, кстати, очень долго пытался не ослепить. Он выворачивается просто. Берик, давай, выворачивайся, выворачивайся. Виглись, Берик, виглись, бегай, виглись, бегай, я... бегай, о, бегай, сбежал. Я... А я лежачий. Блин. У меня резанет. А кто у нас еще? Дурум-пурум. Он выбежал, нет? А, нет, у нас тоже, он... Вот это нормальный против... Ой, союзник попал. Он помогает тебе или нет? Да что по-нормально, он... В смысле, он не убежал, выход еще открытый. Диман, Диман, иди вправо, вправо ползи за дверь, вправо и туда прячься, прячься, пока он ворует. Стой тут за деревом, стой, не шевелись. А все, он убежал только что. Сука, он тебя нашел. Он взял меня, да. Берик, я не знаю, что делать. Вот а серьезно, не знаю, он был убегать в это время. Да все, в это Берик, время лежащий. Он за мной, понимаешь, был Диман, ну, убежал. Берик, ползи к выходу, ползи, убежишь. А, да, кстати, может быть. Ползи прямо, прямо ползи. Прямо, я, прямо, я прямо. Я понимаю. Да куда ты влево уполз? В смысле там уже? Направо, прямо ползи. Диман выбежал? Нет, прямо ползи. Диман, ты сорвался? Как ты да. встал? О, хорош. У меня сердцебиение. За тобой, Диман. Я бегу. Тихо. Батя тащит. Диман, если ты сможешь помансовать, будет круто, потому что я успею сбежать. Блять, сердце стучит. Да. Тебе помогает, Серег? Да, около Сереги где-то сердце бьется. Да, я вижу, я увижу. Он вижу, как я назад повернулся, там видно его. Угу. Смотри вперед. А вон он впереди, а, стой! Он около выхода. Не шевелись. Стой, сиди здесь. Просто лежи здесь, лежи здесь, лежи здесь. Он капкан на один около выхода поставил. Лежи здесь. Он открывает капкан. Сука, не убить меня, не убить. Он просто на выходе. Хорош. Так, Диман, аккуратно. Так, тихо. Убегаем. Диман. Входите в другой выход. Серега, в дом. Серега, в дом. В дом, лечите друг друга, да? Серега, в дом. Иду, иду. На второй этаж. Иду. Бегом. Берик, слева, влево надо было побежать. Понял. Серега, я тебя тут жду, ёб твою налево. Время. Я бегу на Где ты именно? Давай. А что ты меня лечишь?
А что мне еще делать? Я думал, ты меня вылечил, потому что я встал. Я тебя поднял только. А, понял. Давай. Только не резани. Тихо, тихо, отпусти. Лечи. Лечи. Сейчас надо выбрать правильный выход. Мне кажется, в этот же уходите. Он вас один раз может рубануть, так что вам ускорение... Там капкан, Тиман, только аккуратно. Там капкан, там два капкана стоит на выходе, осторожно. Мимо них, короче, он вас ускорит, под жопу пнет вам, а вы херачите мимо. Да-да-да, все правильно, туда идите. А его нет. Просто бегите. Он может убежать во второй выход, потому что подумал, что мы здесь на капканы подорвемся. Диман, аккуратно. Капканы. Я открою, подожди. Притрагиваешься так, типа, оп. Все, пошли. Пока. Так можете на капканах пофармить, стойте. Да похеру, и так нормально нафармили. Господи, это было реально эпично. Я уже думал, все, это капец. Это уже было на волоске реально, да? Вот я согласитесь. Я Берик, я смотрел на тебя, как ты там пытался прятаться от него, и я реально думал... Берик, идти или не идти? У меня сердце было. Идти. Короче, друзья... У тебя рубанул под жопу, и ты бы все равно убежал с скоростью. Так, интересно, сколько у меня... О, мне 12, 13 тысяч где-то мне дали. 18 тысяч. 20 тысяч дали, две капли! А я вообще отсосал членом. А мне одну каплю. Охренеть, мне две капли сразу... А, не, 18400, я чуть-чуть... ошибся. Ладно, друзья, в общем, подписывайтесь на канал, ждите следующей серии. Вот такая вот у нас игрушечка интересная. Конечно же, подписывайтесь на наш канал, на Жекина и на Берика. И ставьте лайки, давайте наберем 1000 лайков. Всем удачи, всем пока. Всем пока, друзья. Пока, ребят.